Всем привет, дорогие друзья! Я хочу поприветствовать вас в новой 11-й серии Спор. На самом деле я забыл уже, на чем я остановился. Поэтому сделаю предположение, что в прошлый раз мы играли на планете Дурман. Как видите, это было вообще в прошлом году. И что-то мы собирались сделать с производством розовой пряности, поэтому... Я думаю, моей целью было заработать очень много денег вот с помощью этих колоний, которые я на Терраиндекса... какого-то там сверхвысокого... Да, Т1 прокачал. Моей целью было заработать очень много денег, чтобы что-то сделать. А что можно с помощью денег сделать? Можно купить людей. Кричер Твикер! Стоп! Ваш подводный друг... У меня есть идея! У меня есть идея! Блин, давай сейчас попробуем это... Кричер Твикер, где мои подводные друзья, они разумные, где они? Давай! Давай. Наш подводный друг. Привет. Ребята, все, это спидран. Поспорь, я вышел в out of bounds. Ребята, я вообще в жизни никогда этого редактора не видел. Вообще. Можете видеть, у него слепые глаза. Давай нормальные глаза сделаем. Ну, типа, ты под водой же не живешь, давай. Вот такие глаза. Вот такие глаза сделаем. Давай в рот, чтобы он нормально... Чтобы он нормально просто видеть не мог. И не вот... А? Так, это... Какой-то пипидастр у него тут на хвосте. Кому это надо? Кому это надо на хвосте? Это надо на ручку. Самая лучшая горничная в мире. Просто зачем ноги? У нас есть ходячий пипидастр-эмбриончик. Допустим. О, господи, что там произошло? Давай так оставим, слушай, давай так оставим. Такая малюсенькая ножичка такая. Просто чтобы он стоять на ней мог тупо и подметать. Это пылесос дополнительный. Вот так вот, как фильтр оно выступало, понимаете? Это как фонтанчик такой вот, с свежителем воздуха причем. Оно плотоядное, это еще страшнее. Я думаю, этого достаточно, потому что нам особо игра, может, ничего не дает добавить, разве что это ушки. Дорогая, у нас Шрек из глаз, понимаете? Это не просто Шрек из глаз, это прицельное зрение, чтобы... Это снайперское крутое зрение, понимаете? Он так через трубочку смотрит. Вы же помните, как вы в первом классе сворачивали трубочки? Вот это то же самое, ребят. И давайте смотреть, как оно... А где оно? Я этого не понял. Мне кажется, или тут это существо, оно просто уничтожилось... Нет. Ладно, неважно, давай теперь, раз уж у нас есть куча пряностей, давай ее продавать. По-моему, спор был один такой секрет, что типа ты кидаешь пряности сюда, вот одну штучку, к примеру. 5 пряностей. Купить. У нас есть еще пряность в этих ящичках. Но тут появляется еще 5 пряностей. И еще 4. Но при этом ящички остаются в воздухе, и они... И появляются еще 5 пряностей. Что происходит? Ребята, мне кажется, я сломал игру. Мне кажется, этого происходить не должно. Просто одна и та же пряность падает. Опа, появилась. Подожди, я хочу еще попробовать. Я думаю, если я это сделал достаточно раз, то... Все, 99 пряностей. Я думаю, что я так смогу вообще всю пряность в игре накопить. Ребята, мы сможем накопить на варп-двигатель. Мне кажется, не можем. Ну, смотрите, 1,5 ляма. Мы вполне способны в этом видео накопить. Да у них нет розовой пряности. Они у нас все ее купят. Банан за 2.0. А, ладно. Ладно, нам нужно выполнить задание. Нам нужно опять расстрелять зараженных. У кривошеев. Блин, кривошеи, мы же с ними только подружились. Это ж ужасно. Подожди, а кривошеи, а вы у нас что-нибудь купите? Спасибо, вы мне больше не нужны. Удалить-то миссию. Спасибо. Ничего себе, сколько продал. Я, короче, праздник, меня теперь празднуют. Ребят, я знаю, что мы можем прямо сейчас это начать бразить просторы галактики, но... Может, я еще чуть-чуть поиграю?
Ну-ка. Они все еще покупают ее за 25 тысяч. О, ребята, мне кажется, это надолго. Знаете, кто-то может сказать, что я читер, и так смотреть неинтересно, но... А я на это отвечу, ну... Ребята, вам как будто интересно смотреть на то, как я трачу деньги, а не на то, как я их накапливаю. Поэтому давайте пропустим эту часть и сразу же приступим к самой мякотке. Я еще прокачался. Просто на одних ачивках, связанных с деньгами. Ренаунд. Слово эпичное, я забыл его перевод. Кстати, сколько там стоит их планета? Мне вот интересно. У нас 6 миллионов спорбаксов. Планета второго тераиндекса. Очень хорошая, с мирными жителями. О, господи, я в сон забыл. 5 лямов, давайте. Так, ну, скидочку. Я хочу добыть побольше денег. Воу-в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 оу! Новые события! У нас какая-то война началась! С бананзами 2.0 и... теми военными чуваками, которых я забыл. Так вот, что я понял? С бананзами мы торговать не можем. С военными чуваками торговать мы можем, потому что я им продал всю пряность желтую, которая у меня была. Поэтому... Почему бы и нет, собственно говоря? Ну почему бы и нет? О, господи, сколько тут городов! Нам все равно они не нужны особо были. Давайте же поможем ребятам с осадой города. Сколько их тут здесь много! Все, ребята, это военная серия. Мы захватываем Бананза. Нам, конечно, нужны были деньги, но планета Бананза все-таки понужнее будет, мне так кажется. Ребята, все, мы военные, нам доступны будут новые пушки. Мы теперь воюем! Не берите это лично. Это не мы взрывали ваши города. Это был кто-то другой. Почему Бананза это Ефима? Я не понимаю. Мне кажется, мне нужно что-то помощнее. Мне кажется, надо что-то с этим делать. Да ты убей уже эту турельку! Зачем вообще нужен выход в озеро? Давай посмотрим, мы где-то можем купить пушки. Я могу купить бомбу. Это был, если что, мой злодейский смех. Давай ее опробуем. Нехило, нехило так она бьет. Все, мы захватили город. Есть. Захватите систему. Должен признать, твои тактики превосходят наши. Если согласишься прекратить огонь, мы отключим наше сопротивление и передадим тебе систему. Спасибо большое, Бананза. Спасибо бананам Ефима. Все, мы их сейчас победим. Нормально. Давай теперь другую захватывать. Я хочу бить Бананзу. Мы тебя ассимилируем, мы будем как комбайны. В упрек всем там кефиркам. Мы будем захватывать системы. Они пытаются отбиваться, они пытаются вернуть себе систему. Нет, не получится. Ну, у вас ничего не выйдет. А вот у меня выйдет. Итак, трехглазый восьмиух по имени Шершуля захватил Бананза 2.0. И самое крутое в этом. На нас нападают все равно. Я думаю, можно продолжать качать деньги. Мы в безопасности, потому что. Раз уж мы все-таки повадились в центр галактики, нам надо посмотреть, какие там значки нужны, чтобы открыть самый крутой межзвездный двигатель. Потому что там будет летать крайне сложно в центре галактики. Давайте посмотрим. Вот, частый летун, как я хочу называть эту ачивку. Нам нужно 800... раз туда-сюда прилететь. Почему бы и нет? Нам надо туда будет улететь, обратно домой. Потому что иначе я просто с ума сойду, постоянно тратить деньги. А деньги ж это нельзя тратить, ребята, в этой игре. В этой игре нужно деньги накапливать, а только потом тратить. Поэтому давайте деньги пока что накопим.
Я думаю, 100 миллионов нам хватит так, знаете, запасом. Вернемся, пожалуй, завтра, потому что сегодня я это не накоплю. Короче, во время записи на... Лезут всякие подписики, видосики. Неприятно. Пока меня не было, в общем, кривоши перестали покупать мою пряность, потому что я воевал слишком долго, не мог с ними контактировать. А на эту планету, где она продавалась по 1 000 000, естественно, за вот эту 99 партию. Так вот, я им помог дать отпор, типа, потому что я просто находился. Посмотрите, сколько стоит пряность. Это почти 4 миллиона за штуку, ребята, мы богатые. Мы еще можем, значит, мы можем купить их вот эту вот систему, где вырабатывается розовая пряность, и продавать еще другим. Мы сможем стать монополистами, если мы выкупим эту систему. Все, ребята, и нам ничего не нужно будет делать. Ничего. Куда? Ладно, мне кажется, эта игра нам мягко намекает на то, что пора бы остановиться, потому что денег у нас уже достаточно. Может, купить эту систему? Пишите в комментариях, ребята, может, мы в следующей серии ее купим. Они просто, что ли, хотят, чтобы я поставил побольше колоний? 7 звездных систем! Вы что, рехнулись? На самом деле, звучит заманчиво, только мне нужно откуда-то еще достать 7 колоний? Но, в принципе, это в моих интересах. А, нам... Нам просто еще одну нужно систему колонизовать там, вот. Вот где-то тут, вот в этом куске света. Поэтому особым проблем не составит нам это. Осталось только набить перелеты. Мне уже по рефлексу хочется продать пряность. Просто потому, что это дело на другой колонии. Опа, значок. Новый движок. Нам надо... Сколько теперь? 1500, вы издеваетесь? Хотя нет, у нас уже 800 есть, так что технически нам надо пролететь где-то... Где-то 700 еще звезд. Эх, ребята, знали вы бы, как тяжело быть миллионером. Правда, спорлинговым, но все же миллионером. Тыкаешь весь день, пальчики портишь, потом не устают и нормально монтировать видео не можешь. Это был бы хорошей подводкой для рекламы, если бы у меня кто-то заказывал рекламу. Так что, ребята... Ссылка в описании. Сяга. Это как младший брат Сажика. Сяга. Присяга. Блин, я только сейчас понял. Спор это гринделка, и мы получили новый межзвездный двигатель 5. А, кстати, да, мы полностью его прокачали. Класс. Гороя. Или это Саратов? А, это да, это Саратов. В смысле, тут артефакт есть? Мне кажется, это пираты. А нет, тут... Вы издеваетесь? Я не могу забрать этот артефакт, потому что вот эта штука не работает. Так, неважно, что я хотел. Точно, я хотел двигатель. Двигатель уровень 4 и колония. Нужно купить. И все нужно купить, и мы получили еще какой-то значок. Вот теперь я готов идти колонизировать центр галактики. Я так понимаю, нужно вот сюда попасть, по идее. Сквозь кротовую нору. Мы сейчас проходим прямо в центр. Давай прямо в центр. Мне, кстати, всегда нравилась эта анимация. Я просто от нее кайфую каждый раз. А ну-ка, где мы, где мы, где мы, где мы? Где мы? Вы издеваетесь? Давай вот эту попробуем. Бьюш, такой маневр крутой, как будто тут прям гравитация есть. Давай. А ну-ка. Давай. Это выбираться из червоточин, это как открывать киндер-сюрприз. Так, тут еще больше червоточин. Мы уже близко. А, давайте сделаем скрин. Потому что я так запомнить не смогу. ГРБ. Мы пришли из ГРБ.
Мы попробуем РТЦ. Если ни одна из этих не сработает нормально, то оставим ГРБ. Горбачева. Ну же, ну же, поближе надо, поближе. И... мы в том же месте! Как прекрасно. Тут... Мы к Горбачеву вернулись. Да, это тот же самый Горбачев. Мы вернулись к тому, с чего начинали. Ладно. Горбачев так Горбачев. Мы можем прямо сейчас вот так вот долететь до Гроксов. Когда вы приближаетесь к центру галактики, становится сложнее пилотировать кораблем. Из-за сильной гравитации вокруг звездных скоплений. Ваша дистанция звездных перелетов была сокращена. В пользу более точных перелетов. Все, ребята, Гроксы. Жальпоя, это первая планета с Гроксами. Тут аж планеты все проименованы. Лохт Грокс. Представься. Я трехглазый восьмиух. I come in peace. Это такая... Я у них чиниться даже не могу. Ладно, надо попытаться где-нибудь у них тут основать колонию, потому что, в принципе, все так-то занято. И надо бы желательно поближе к центру. Тут все, за нами Гроксы следят, мне же страшно. Я хочу отключить автобластер. Ачивка. Пылесос для облаков. Замечательно. 100 значков? Серьезно? Я в первый раз получил 100 значков? Теперь нам нужно вернуться на родную планету и закончить миссию. Но нет, наша миссия не закончена. Но я думаю, мы можем попытаться в этой серии, ну, чисто теоретически, если мы вот здесь проберемся, добраться до центра галактики. Они явно не хотят, чтобы этот летсплей заканчивался так рано. Они явно этого не хотят. Мы маневрируем. А мне кажется, мы в ловушке. Мы сейчас сдохнем. Ладно. Допустим, что на этом мы закончим 11-ю часть спор. О, господи. Злые отродья прорвались. Проходить игру уже до конца окончательно нам придется в следующей 12-й серии, после которой, к слову, хочу вам напомнить, что выйдет обзор Парапа The Rapper 2. Долгожданный обзор. Об этом много кто из вас еще не знает, поэтому ждите 12-ю серию спор. Донесите эту информацию для всех, кого вы знаете. Покойтесь с миром, все эти миньоны с колонии, которых я случайно подкинул, пока пытался выбивать деньги. But every bubble's got to pop. She's gonna see just what you're doing.